И козявки. Ну, да давайте отойдем от ножек. Так, дайте я отойду. Ну что ты? Вот такая красавичка. Такие красавички. Ой, эти таракан ты мой. Такой манявочка. Ой, такая таракузничка. Вот такая таракуся. Смотри на маму. Ой, такое дичо. Мой деток. Вот такие дети. Вот такие деточки у нас. Так. Животики у нас хорошие. Вон, мы накакунили тут от души. Все хорошо. Кучки хорошие, поносов у нас нету, да? Мы хорошие дети, мы все толстые, мы все красивые. Ну, ты, зяка моя, и мы ищем дом. Ну, мы проглистовались. Тараканчики. Котики мои. Мамины, бардак устроили, да? Бардак устроили. Ну, что вы под ноги лезете? Дайте я вас сниму. Дайте мячик, ребята, дайте. Бегите, догоняйте мячики. Ну, ну-ка. Нет, невозможно. Они все лезут под ноги. Их снимать практически, ну просто, ну невозможно их снимать. Даже если очень сильно захотеть, не получается. Они все малюсенькие. Ну, не совсем. Вот они размером с ладошку, да? Где? С ладошку. Да, с ладошку, с ладошку, с ладошку. Малышам примерно 2 месяца. Вот так, вот такие мои дети. Вот такие вот тараканы. Такие вот тараканы, тараканы, такие же смешные тараканы. Ой, такие дети. Это все сюрпризы из-под заборов за прошлую неделю.